мы едем в пробке, чтобы не терять время и быть всегда красивой, я делаю вот так. Привожу себя в порядок в машине. Я еще и колготки переодеваю на ходу. И даже бывает, что и платье, если еду на какое-то мероприятие. Вот. Красивая. Я вам нравлюсь. Что делать, если пробка? Вот и моя красотка Мэри. Рассказываю я тебе сейчас одну историю. Еду я, у меня есть еще маска просто на глаза. Я еду такая по Москве, мчусь на какое-то мероприятие, одела эту маску, все, еду. Вдруг меня догоняет мужчина на Мерседесе, девушка, дайте мне свой телефон. Я ему какой-то продиктовала, лишь бы там это сам отстал. Он меня, значит, на Петровке останавливает машину, перегораживает, говорит, вы не тот дали мне телефон, я вам звоню. Я вот не отпущу, пока не дадите. Пришлось дать ему свой телефон. Он приехал потом за мной, и его так это поразило, что я еду в маске по дороге, понимаешь, что... Он говорит, я таких смелых девушек не видел. И он стал за мной ухаживать. Оказался он какой-то там из команды Лужкова еще тогда. Это парень работал в команде Лужкова. Куда он делся сейчас? Не знаю. Не дружишь уже? Не, ну, это самое, он очень сильно молодой. Он тоже сказал, да вы не думайте, я уже взрослый, мне уже 30 лет.